Жители северных районов получат медицинскую консультацию у специалистов Санкт-Петербурга и Иркутска. В Якутии проходит медицинская экспедиция «Здоровье Арктики. Долгун-2016». В этом году она коснется Верхоянского и Устьянского районов, рассказывает Артем Рожин. Экспедиция начала работу в Эвенобатантайском районе. Райцентр Сакырыр является компактным проживанием эвенов. Медосмотр проходил с охватом всего взрослого и детского населения. За два дня осмотрено 732 человек, из них 340 детей. Чтобы почаще прилетали, обследовали, потому что мы очень далеко от Якутска. Не каждый туда полетит на обследование. По необходимости только летаем. Приуроченный к этому, в селе прошел праздник «Слет оленевода», где гостям показаны традиции, обычаи северного народа. В рамках праздника проходили традиционные оленьи гонки, где наши медики и гости были в восторге от этой северной экзотики. Непередаваемые впечатления. Я с удовольствием представляю себе, как все будут завидовать мне, когда я буду рассказывать. Я нафотографировала. Надеюсь, что у меня...